Значительную часть заявлений в полицию составляют преступления, связанные с оборотом наркотиков. В этом году в отделе внутренних дел Нефтекамска зарегистрировано порядка 274 фактов. В отличие от прошлого года, эта цифра выше на 48 преступлений. Сотрудники отмечают активизацию сбытчиков наркотиков. Преступления влияют на другие виды правонарушений. В суд направлены десятки уголовных дел, совершенных лицами, находящимися в наркотическом опьянении. С начала года у нас в городе нашими сотрудниками выявлено и задержано 722 водителя в состоянии алкогольного опьянения при управлении автотранспортом и 14 лиц в состоянии наркотического опьянения, управляющих автотранспортом. В таком состоянии, естественно, у них возможны и неадекватное поведение, и галлюцинации. Всего за этот год сотрудниками было изъято более 7 килограммов наркотических средств. Такое положение дел беспокоит сотрудников полиции. В связи с этим и был запущен второй этап всероссийской антинаркотической акции. Сотрудники призывают горожан сообщить, где торгуют смертью. Это информация о местах реализации, возможных местах доставки наркотических средств и нахождению наркопритонов. Лица, которые стремятся реализовать наркотики, они охотятся за большой, за наживой, скажем так, и они вовлекают все новых молодых людей, девушек в употребление наркотиков, вот с тем, чтобы обезопасить в том числе наших детей и близких от такой проблемы, хотелось бы, чтобы все в этом приняли активное участие. По данной информации будет организована работа, проверочное мероприятие, и, соответственно, будет нарушение пресекаться. Каждый, кто знает о местах сбыта, хранения, содержания притонов, может сообщить об этом анонимно в любое время суток. Для сотрудников важен каждый звонок и любое сообщение. Передать информацию необходимо по номеру дежурной части 2-29-02. Кроме этого, в МВД по республике круглосуточно работает телефон доверия 279-32-92, код города Уфы 347. Анастасия Ка, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».